Ты умеешь этим структурам? Ну, это другой вопрос, это не связано. Или вы просто не хотите работать? Давайте вот... Некорректный вопрос. Зачем вы отдаете коммерсантам, которые заранее прибыль будут получать? Подождите. Вы слушайте, пожалуйста. Вот вы задаете вопрос относительно схемы теплоснабжения, нужно было задавать. Подождите, не давайте микрофон. Значит, спасибо, присаживайтесь, у нас следующий выступающий, потому что на риторический вопрос тяжело будет. Так мы сегодня деньги не разбираем, мы схему обсуждаем. Еще раз, мы сегодня обсуждаем, уважаемые зрители, пожалуйста, соблюдайте тишину, я отвечаю на ваш вопрос. Еще сегодня никаких тарифных решений финансово-экономических не обсуждают. Сегодня обсуждают схемы термодинамика. Пожалуйста. Константин Геннадьевич, пожалуйста, вам слово. Потом эта организация возьмет банки в коммерческих структурах. Да. Мы будем выплачивать эти. Ясно? Почему? Вы точно ничего выплачивать не будете. Успокойтесь. Вот соблюдайте тишину. Вы задали вопрос. Пожалуйста, выступайте, Константин Геннадьевич.